Приветствую зрителей и подписчиков канала «Уральская усадьба». Сегодня монтируем теплицу «Капелька 2,5М». Брус собрали. Здесь вот торцы обшиваются потихоньку. Ну и все по ходу. Продолжается монтаж теплицы «Капелька 2,5М». Полностью установили фундамент, скрутили. Закрепили к основанию каркас весь, обшили торцы. Обшиваемся, обшиваем поликарбонат, ложим, дели, порточки, все по ходу. Закончили монтаж теплицы «Капелька 2,5М», 2,5 метра в ширину, в длину 6 метров. Капелька крепыш. Свалены у нас профильные оцинкованные трубы 20 на 40, вставки прогонная часть 20 на 20, в дверях и торцах тоже 20 на 40, 20 на 20. Покрытие полимерно-порошковым способом, цвет шоколад, поликарбонат 0,75 плотности новатора, 4 мм толщина. Все сотые поликарбонаты защищены перфолентой и торцевым профилем. На торце уплотнительная резинка, козырек. С этого торца цельная дверь. Нежно, аккуратно работает. Дальний торец, форточка. Теплицы установлены. Укосины для большей жесткости конструкции диагональные. И колышки в землю. Все мощно и четко. Фундамент брус 100 на 100, пропитан антисептиком. Все. Заказывайте металлоконструкции, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока. Thank you.